Что бы в этой жизни вы ни делали, вы подыхаете, вы все подыхаете. Подохните, ты, трупы, все вы трупы. Холушки Амигос, снова вы, снова я, и ваша любимая игра, это, конечно же, Dark Souls 2. Вчера, кстати, Вова мне по секрету написал, он говорит, слушай, говорит, это первая игра, говорит, где нету реально масонского глаза, говорит, сам играл, искал, не нашел, говорит, ты пиши, я, говорит, для тебя, говорит, на вид, для виду буду писать, что мне не нравится, но, говорит, пиши, я всегда только за лайки, говорит, все с меня, вот. Поэтому очередная серия, собственно. Так-то без этого я бы, конечно, бросил уже. А каждый раз, когда пишут, не играй в это, играй вот в это, я просто все бросаю и бегу. Так, значит, я что, я... Так, значит, я хотел посмотреть на дракончика, и вот говорят, что надо было 4 фантома убить, и теперь дракон что-то покажет. Но я аккурат 4-го фантома убил перед носом дракона, и он ничего не сделал. Поэтому не знаю, насколько это достоверно, насколько сейчас это прокатит. Я надеюсь и верую, потому что это один из самых, наверное, красивых моментов во всей этой игре, по-моему. Здесь так-то красивого мало, а если еще и убирать... Я не одобряю. Ну давай, я верю. Еще из него ключ должен выпасть, кстати говоря. О! Я вот так в первый раз пришел сюда и стоял, и смотрел. Я думал, что это будет новый босс. Блять. Отлично. Охуительно он меня взъебнул. Раньше он просто сверху падал, видите, да? Я думаю, не надо пояснять, что этот дракон просто меня убил напрочь. Пока я стоял, ёпта, ебало коромыслом, блядь. Удивляюсь. Ого, какое зрелище. Потом ржал, конечно, еще минуты две, как конь. Думаю, ну админ, ну разработчик, ну красавчик вообще. Как только, в каких позах только не дрюкает тут всех подряд. А, и, кстати, вот мне выпал ключик. А, да-да-да. От камина над... под холстом... Или как там? Как там у Буратино? Куда он, блин, ключ-то нес, ёптать? Ой, да ладно, бегемоты вы выползли. Сука, а чё не в клетках? А чё не мимики? Пошёл, жопа. О, боже, да почему ж тут закрыто? Отворяйся, скотина, быстрее, блин. Ишь, бушуют там, бля, животные. Надо как-то их обмануть, и чтобы с ними не драться, пройти на вторую часть коридора. Потому что, ну нахер этих бегемотов, они, блядь, слишком сильные. Окей, по сракушке съездил. Вот вам и ключ от Алди. Чё тут? Опа. Да почему не бэкстаб? Ну почему не бэкстаб? О-оу. Кстати, что обидно, то, что в прошлой части были черные рыцари, стояли как мини-боссы повсюду, а в этой части на такого нету. Ну, тут преследователь вместо них один и тот же. Кто это делает? Я не вижу, кто пуляется. Урона наносит совсем мало, но наносит. Какой-то маг там стоит, что ли? Батюшки, срачки, кто же такой? Видели, как я переключал цели во время того, как махал мечом? Это чтобы откинуть заднего, я серьезно говорю, это скилл, пацаны, он пришел. Вообще отвечаю. Так, что это было не случайно, вот. Костяной щит, это что-то интересное. А, вот это что ли? Нифига он. Проклятый костяной щит. Нихуя себе. Такого я не видел, кстати. А чё он такой маленький-то? Ой, а чё это он? Он при атаке что-то делает. Смотрите, у него есть какой-то эффект. Маленький щит алдийских колдунов. Он укреплен при помощи тайного ритуала, придавшего ему силу огня. Можно отражать заклинания. Загадочный лорд Алдия держал в своем поместье гигантов.
и даже пытался воссоздать дракона, но о нем самом уже давно ничего не было слышно. А Алди это ногой Сид вроде, нет? Ногой Сид пытался воссоздать, потому что себе чешую или что-то типа того. Видите, видите, какой сюжет? Какое хитрое сплетение. Ах ты, мазафакер. Здесь Джордж Мартин просто уроки сюжетизма брал. Я вам базарю. Увядшая закатная. Ты что, охерел? С мимика травка упала? А где сет мой? Кстати. А чё это она была спокойна все это время? А теперь забыковала, пошла нахер. Охуенький тебе, я уже полечухался. Какого хера? Чё это ты надумала? Да, уже горгулью убить, как высморкаться, ё-моё, мерцающий титанит. А что это такое? Чё-то можно теребонькнуть. О-оу. Я понял, это, походу, клетки с мимиками вниз упали. Ну и злые они, наверное, сейчас. Да, вы посмотрите, тут вообще одни мимики теперь. Нахрен в этой игре остальные мобы, да? Если есть мимики. Уголь вражды, вот так вот. Блядь, дайте угадаю, мимик, да? Треснувшее красное око. И где-то тут, наверное, еще один должен быть. Для симметричности, нет? А, в коридоре же, да. Блять, этот еще вылез. Ну и куда же уж без этой мандулы. Ай, блять! Давай. Нихера он дамага сколько наносит, да, заметили? Люблю драться в дверях. То еще школу ло, конечно. Так вот, мерцалочка. А как еще драться с, блядь, с ссаными бегемотами? Они же, бля, вообще. Камень Дрейка какого-то. Щит при драке с бегемотом можно убрать, походу, нахуй. Блядь. Ничем не поможет. И я сдох. Я это сразу понял. Поэтому, блядь, прыжку нахуй ненужному. Ебанутый моб все-таки, бегемот, блядь, вообще нахуй лишний здесь. Нахер тут коридор просто, блядь, перенасыщен нахер с мегасложными мобами. А мне надо всего-то двух мимиков успеть отчербукать нахер. Блять, говно. У меня ножи-то ядовитые, они, блядь, нихуя не бесконечны. Их уже очень мало. Я бы у говла на этого ссаного стрелы купил, если бы знал, где он, сука, стоит, блядь. А, демон не спаунится, походу. Зато гриб откуда-то приперся, блядь. Ну, давай. Давай что-нибудь делай, блядь. Охуительно. Эта камера, блядь, просто дрочит мне. Может, все-таки применить щит? Блядь. Может, не применять щит? Как же ты заебал так делать-то, ебаный ты нахуй хуесос, блядь. Тупое, ебаное, блядь, животное нахуй. Как с тобой, блядь, драться-то? Пиздец, блядь. Вот натуре, блядь, какого хуя он такой быстрый? Это же бегемот, блядь. Разработчику похуй, разработчик знает, как что сделать. И тут нахер ничего не весят.
Ой, блядь. Здесь и раньше-то было, а уж теперь, блядь. Ты еще хуйня, блядь. Да, веселые, блядь, убийства. Где дамаг? Отлично. Мимики, наверное, тоже какие-нибудь усиленные, да? О, да. Цинично закроем дверь перед трупами. Круто придумал. Камень темной ночи, вау. Так, я могу уже два дрына брать в руки, интересно. А прыжок с двумя дрынами есть, интересно? Мой любимый, по-моему, прием теперь во всей игре. А, во. Да, как мы видим, нихуя. Что так? Что так? На. Что, в общем-то, не имеет смысла. Угу. Может, это и есть тот самый двойной удар? Блять, откуда этот шампиньон здесь? Враг из него дерьмо, конечно. Что такое черный посох? Черный посох, черный посох. Что хуже всего, что эти ссаные бегемоты какого-то хера спамятся, блин. Спаунятся, вернее. Достаточно было бы одного. Все уже поняли. Что бегемоты, сука, злые. Ну их в жопу. Нет, блять, вот вам еще. Еще, еще дадим. Блять, этот железный, сука. Что, в общем-то, ничего не меняет, по-моему. Пошла ты. Ароматная ветвь былого. А из каких-то мимиков говорили, что тут падают эти вещи с этого. Да. Хрен нарыло тут, что падает. Господас. Так, если так наручу этого хрена, этого даже легче. Так, а у меня есть хоть что-то еще из этого? А, у меня броньки нет, самого важного. Блин, какой отстой. Так, ну и, собственно, дальше телепортируемся в гнездище. Но сначала поднимем левелище. 56 сил, по-моему, надо на два меча, но мне осталось-то ерунду. Пару боссов, куча мобов и все. Просто левел начинает стоить все, блядь, дороже и дороже. И уже там под конец вообще до смешного дойдет. А на новой игре плюс снова будет дешевый. Вот что прикольно. Поэтому здесь персонажей 900 левела, наверное, не редкость, по большому счету. Ой, еще могу. Офигительно. Жаль, скейлы особо ничего не дают. Ну, видите, да, что уже практически самый конец остался. Да, внизу еще две DLC откроются, поэтому три локации остается вместе с гнездом дракона. А, ну да, еще память этих долбанных гигантов уже, куда же без нее. А драконы вроде электричество-то не любят здесь. То у меня как раз меч электродрын. Можно перечаровать, конечно, сходить, но вдруг рожняк. Да, и повсюду здесь стоят эти, блин, каменные. А если бы я просто все ветви потратил, что бы я делал? Интересно, как бы я тут проходил? Блять.
сука, еще стоять и смотреть, как он из коматоза выходит. Так, такое, блин, сплошное удовольствие. Ты еще что такое? Это он так заорал? Нихуя себе. А, вот что это за моб. Мне так нравится, что удар пролетел у него над головой. Чисто сбрил ему там пару волосинок. Да, тут поломка-то поломка. Да-да-да-да-да, хуй тебе. Только это что-то путь какой-то, вообще ни хера не помню куда. А, я раздумываю сейчас драться с драконами или просто рашнуть мимо. Тоже битых. О, блять, кого я вижу. Херак. Белый камень, мерцающий, большой. Нормально. Здесь вообще-то много их бегает, насколько я помню. Этих ящерок. Зато... бить их некогда, потому что драконы стоят. А так вон они, вон ящерка, вон еще одна третья. Пока просыпался, столько урона пропустил. Да-да-да, это такой же дракон, как и предыдущий босс. Только этот, по-моему, более живучий. И уже не оригинален. Как можно было промазать? Тыкай ему, блядь, в лапу. Чё-то мне драконью жопу полбоя показывали. Кварцевое кольцо огня плюс 2. Вот так-то. Душа отважного. Теперь я могу, по-моему, походить по лаве немножко. Ну, естественно, жуки все убежали, да? Камень разрядов. Зуб дракона, ну, у меня уже есть. Это у меня уже два, блядь. Сразу два, это опасно. Ты, я вижу, холоп, не уймешься? Раньше их так много тут не было. Камень темной ночи. Это на тьму. Труп какой-то, который не исчез. Так, что-то там еще прикольное в гнезде наверху было, по-моему. О! Ваншот, обожаю. Большой осколок титанита. А там что, типа ничего нет? Вообще ничего нет, фигня какая-то. Да, с таким дрыном, конечно, разбираться с этими драконами. Баловство. О-хо. А если бы еще их два взять. Из-за дракончика, кстати, дают очень мало. Очень мало душ. Ну, серьезно, 1005, по-моему, да, сейчас получил. Это же вообще ерунда. Куда дальше идти? Откуда я пришел? Блять, у меня тут топографическая паника, конечно, на этом уровне с этими мостиками. Лару Крофт чем-то напоминает. Это было чертовски охуенно. С вашей стороны, блять. Вот ничего не скажешь, блять. Ой, ёб твою мать. Блять. Да. Еще и кольцо какое-то сломалось. Вообще, блядь, двойная пиздатость, блядь. Этого момента нет. Пожалуй, я ебал, я буду рашить ко всем хуям эту локацию. Она, блядь, просто конченая на самом деле. И сколько бы там ни лежало заточек, мне они не нужны. Вот так-то. У меня и без них все заебись, поэтому... сейчас я втоплю просто и съебусь оттуда. И сэкономлю кучу времени заодно. Потому что, ну, убивать одних и тех же драконов, это не очень-то забавно, не очень интересно.
на мой скромный взгляд. Да ёб твою мать, блядь! Чё, сука, 250 душ тебе не простить, что ли? Ёб твою мать. Опять их колупать сидит. Сука, мелочный ты, блядь. Опёздал. Всё. Я взял этот маленький меч, чтобы от этих взрывучих, блядь, ублюдков отбиваться. Взрывучих. Драконы, кстати, спаунятся. Но не знаю, что там с них классного падает. Кроме кварцевого кольца огня. Плюс 2, конечно. Так. Все. Понеслась. Куда бежать только? А, подождите-ка. Я тут даже еще вот это возьму. Сплошное колоранти у меня теперь. За этих-то душ сколько дают, вы посмотрите. А, драконы больше не спаунятся. Вот так-то одноразовые стали. Сейчас. Работает снайпер. Всем внимание. Допизделся снайпер. Сука кривая. Да ёп, да пошел-то. Он читует. Сейчас. Надо. Сикарашек-то надо поубивать. И раз дракона дома нет. Надо брать. Да. Блять, одна съебалась, тварь. И пошла ты, блин, в жопу. Да, со скуки, конечно, можно зачистить и эту локацию. Но в том-то и дело, что со скуки, потому что это нихера не весело. Туда вниз я спрыгивал, там лежал, по-моему, камень магии или какой-то... какая-то хренотень. Ты ж, блядь, посмотри, что они тут сделали, а? Охереть, блядь. Вот уроды. А, вот тут... Это для рашерщиков. Смотрите, сколько они их наставили. Для таких, как я, которые... решили, что сдриснуть... намного лучше. Так. Опять проклятущий телефон. Еще два стоят. Ёптель. Три. И кучно, главное, все. С луком, конечно, тут безопаснее всего проходить. А чё это он не подох? Вот это я, походу, нарвался сейчас. Да, сучка. Да здравствуй, стрельба с поправкой. Странно, видать, огненные от огненных стрел с одной не умирают, да? Ладно. Где-то опять звенит, стоит, сука, цепями подлюга. Так, там дракон опять спит. Пусть пока спит. А вот и мой дружище. Руби его нахрен. А это что такое? Вот таких точно в этой локе не было никогда. Сейчас перезаходил в игру и выиграл джекпот, можно сказать. В игре мой персонаж ровно 22 часа и 22 минуты был. Шикардос. Блять, даже не знаю, может, желание загадать. Есть же люди, которые во всякую херню верят, связанную с этим. Так, этого дракона, видимо, по-быстрому убить нельзя, да? Обычно на них сверху прыгаешь, и они сразу теряют половину здоровья. Начинают, сука, хромать. Ёпта, я чуть нахуй не обосрался. Блять, как он сдетонировал-то. Еще один, смотрите, блять. Что ты делаешь, блядь?
Да, блядь, нахуй мне твои сообщения, щит убери, говно, блядь. Сообщения, какой хуй их тут понаписал, блядь. Вот. И, сука, где-то есть еще один. Цепи-то звякают, я ж слышу, блядь. Ну да что-то не видать, наверное, прям под балконом стоит, сука, специально. Нет, там сикарашка. Ладно, хуй с ним. Фаталити! Ха-ха-ха, блядь! Сука, разработчик, ты хрен. Это потому что во всем, сука, надо придерживаться плана. Вот хотел рашить, надо рашить, все. Никаких, нахрен, тебе жуков, никаких тебе, блядь, драконов. Спасайся бегством и радуйся. Хотя, если вот отсюда... Ой, да нахуй. Доброе утро, спящее уебище. Да, драконий талисман, отлично. То, что надо, блядь, остановиться и взять. То, что должен залутать каждый. Блядь. Вот это, блядь, называется висеть на волоске. Я бы сказал, блядь, на ниточке. Во всех играх я ненавижу взрывающихся мобов. Это такое дерьмо, господи. Такая чушь, блядь. Просто ебаническая глупость. Ничего не тупее, чем моба, который взрывается. Там что-то лежит, что ли? Зачем там можно пройти куда-то? Здесь явно можно спуститься. А, это чтобы Лара Крофт из лука здесь канат свой примотала. Вот, тоже неплохой ракурс. Даже немножко шатает, но это в какой-то игре уже было, поэтому они не стали повторять полностью. И персонаж походкой человека, насравшего себе в штаны, ну правильно, высота-то, ёптать. В аватаре они так высоко не летали. Вот, походкой человека, насравшего в штаны, человек, герой, вернее, в припрыжку бежит к костру через мостик. Да, кстати, блять, как ты меня заебал. Отвечаю, заебать. В этот раз одну маковку вытащил. Хорошо, что эта серия заканчивается так быстро, потому что она меня что-то неожиданно немножко поизмотала. Да и смотреть особо никто не хочет. Вот и мы будем смотреть понемногу. Иди нахер отсюда, от моего костра. Оу, да. А, да, еще ж теперь у меня новый босс будет. Алдия же теперь. Раз я на все согласился. Черт, надо было нахрен послать. В общем, пойду починю кольцо. На этом серия заканчивается. Что-нибудь нажмите, что-нибудь напишите. Кроме того, что завязывай играть в Dark Souls, иди поиграй в какую-нибудь другую хуйню. И адьо, амигос.